Министерство финансов России ждет пополнения бюджета в 2016 году за счет приватизации ряда крупных активов. Как сообщалось ранее, всего могут быть приватизированы 5 основных крупных госактивов. Это Роснефть, Башнефть, ВТБ, Совкомфлот и Алроса. Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил в конце мая, что Алроса уже готова к размещению на московской бирже. В первом полугодии, а окна ВТБ и Башнефти возможны осенью. Минэкономразвитие уже отобрало инвестиционных консультантов приватизации для всех 5 компаний. 4 сделки будут консультировать российские банки, консультантом приватизации Роснефти выбран итальянский банк Интеза.